Так вот, Брюс, что я ищу? Слушай, отключить датчики можно с помощью лабораторной консоли. Упс. Кажется, я только хуже сделала. Ничего страшного. Придется отключить их вручную. Ищи маленькие красные лампочки. И как мне до них достать? Шутишь? А, точно. Эластичные руки. Один есть. Не так уж и сложно. Знаете, в одном из моих рассказов «Железному человеку» пришлось разбить все фонари, чтобы прикрыть черную вдову. Да, неплохо. Не думала, что настоящие мстители так делают. То есть, я не настоящий мститель. Почти готово. Все, получилось. Теперь возвращайся. Неплохо, Камала. Так, Джарвис, давай найдем Тони. Джарвис? Поиск начат.